дней, а так угарнуть чисто для себя. Ехали мы в Воскресенскую Слободку. Тут вот такая интересная церковь у них. Залезть, смотрю, туда можно только через окно. Еще, в принципе, наверное, сейчас я и сделаю. Что, пойдем? Давай обойдем. Конечно. Как оказалось, тихо, не боись. И не надо тут никуда в окна лезть. Ну как тут? Вот эта церковь точно горела, видно. Сейчас мы так и сделаем. И вон там еще выше. Ну выше тут не получится. Нет, но. Ну по лестнице, и вон еще там лестница, на лестнице. Ладно, я. Опять вон. Да я видел. Не похож что-то. Вот здесь тоже был круг. Сачи. Вот с такой фигней. Тут есть один круг, и он более-менее целый. Я так скажу. Так, Серега тут нашел лестницу в стене. Вот. Вон она. Сейчас мы туда полезем. Не, ну она по-любому ведет наверх. Нет, да я пролезу. Посмотрю, чего там. Давай ты первый. Так. Да. Ты потом. Оп. Ё-моё. Эх ты. Ё. Я не знаю, тут видно меня, нет. Ну где ты там, иди сюда. Сейчас. Давай, лезь. Тут очень узкий проход, аккуратней. Все. Кончился проход. Это весь? Это все? Там все? Да? Там все, что ли? Да. Он тут заложен. Раньше был. Да всплыл только. Да, так что. Так что все. Нечего тут делать. В общем, вот так здесь узко. И ловить тут нечего. Как оказалось. Слушай, иди-ка сюда. Ой, блин. Это ты? Не привык, что там. Никак не могу плыть, что там вот эти вот привязки. Ну ты на них не наступай. Уже 200, я и на них уже. Мало ли там яма какая. Я на них уже раз. Полезли. Аккуратненько. Наверх. Вот такая здесь. Ступеньки выглядят не очень прочными, особенно вон там. Жескач. Ну, примерно вон на том они держатся. Вот там. Идем. Ну, кстати, ступеньки. Ты не топай по ним так, а то сейчас ушуршишь до ядра.
Ну вот и все. Тоже пришли. Все, the end. Дальше он там начинается какая-то лестница очередная. А здесь, конечно, что сказать? Ну, как-то должен быть реально. Жутковато тут. Ау. Что? Тут ну, да. Уже кто-то умудрился со лестницей. Это... Тут, может, раньше пол был. Ну, вот они туда и залазили. Ну что-то было, да, тут. Что-то было, только явно погиб второй этаж. Потому что раньше, сейчас вот тут нельзя добраться. Хотя вот тут раньше выбирать. Раньше там было. Что-то глаза. А сейчас у вас там не повторение ничего. Это проект за ним современный, наверное. Раньше не было. А я попробую, пока они внизу ходят, в стену залезть. Посмотреть, что там. Ох ты, жесть. Так, он кто-то с 43-м размером был. Так, опа, ногу ставить некуда. Да, надеюсь... Я не навернусь тут. Вот я, в принципе, тут почти залез. Конечно, тут, да, узковато. Полез я дальше. Опа, блин. Ага. Так. И что я тут имею? Имею я проход. Сейчас посмотрим, что там. Ну вот, получается, я в районе водосточных труб тут лазю. Так. Охрененно, конечно, тут. Это вот самый верхний свод. Я здесь, но я еле залез сюда. Я не знаю, как я слазить буду. Оказывается, выше уже я не заберусь, похоже. О-о-о. Вон колокольня. Красота. Ух ты. Я, как вы видите, высоко. Ветер. А? Ну да, Серег, на крышу вот стою, смотрю. Я пошел. Ты к нам не лази, ты тут не пролезешь. Да. А, видел. Слезать оттуда сложнее оказалось. Ступенек-то совсем нет. В общем, экстрима нас сегодня хватило. Ладно, пойдем вниз. Куда? Там еще лазят, там бабочки черные сидят, и это в стену, как ее, как оно называется. Ну, короче, там заложено все кирпичами. Там когда-то была лестница, как раз та, которая на колокольню вела.
А потом ее решили заложить. Ты уже там? Постройка, конечно, мощная. Жаль, что нельзя попасть туда. И жаль, что нельзя попасть на колокольню. А остальное, все, что хотели, увидели. Вот такая тут интересная икона. Но что-то он какой-то черный. Как не знаю кто. А это у нас, соответственно, так. Типа верховный бог в христианстве, которого в мостцах изображают как глаз треугольники. Судя по всему, это он. А здесь заложено, как мы были в Шикшове. Все, скорее, у них там действующая церковь. Потому что там, смотрю, в алтаре стоят окна пластиковые и дверь железная. И все, скорее, вот так же в Шикшове заложена была основная часть. И здесь никто не тусуется, так скажем. Вот тут еще какие-то артефакты. Это уже интересно будет для девушек. Какой-то вон романтик написал на церкви. Лиза, я тебя люблю. Интересно, он любит еще эту Лизу или нет? Да? Серёг, будешь кормить? А, вот, корм, Серёг. Вот. Вставай, корми что-то. Не, куда ты пошёл? Вон, иди сюда. На землю. Пойди ближе. Пока это собираешься, они действительно убегут все. Да, все сразу. А говорили, еще холод будет. О, здесь. Попробуй другим дать. Да, пойди. Подойди с той стороны, на руке вытяни. Ну, на крайняк. Если тебя только цапнут за руку. Нет, они из руки. А, видишь. Покушали? Да. Там, да? Понравилось? Да. Там, где детский какой-то меню есть.
Ну, пойди, пойди, пойди туда. Аномальные звуки какие-то они издают, да? В общем, все музеи тут дорогие. Детей бесплатно не пускают. Если в Владимире можно в музей попасть бесплатно, здесь билет в основном 350. А я-то думал, где все мешковские, как бы их назвать, чтоб не обидеть, фоткаются. Оказывается, вот где. Эй, собака. Опа, собака, блин, а у меня ничего и нету. Вот я тебя, получается, обманул, собака. Я что-то хотел эту позвать. Ну здесь две вот сзади. Я знаю, что тебе нечего сказать.